друзья, находимся в Италии. Хочу сказать, что здесь очень-очень-очень вкусные помидоры, огурцы и зелень. Огромное количество просто этой зелени, и все это свое. То есть свое в плане не мое, а хозяина, который здесь живет. То есть он это все выращивает, помидоры он сажает, вот эти вот штуки он сажает. Который я в этом покупал, помидоры в магазине, тоже очень вкусные, около 6-8 сортов разных помидоров. Поэтому вообще здесь жизнь очень вкусная из-за этого проходит, по крайней мере, в кулинарном плане. Также яйца тоже свои. Вообще вот эти яйца, они отличаются какие-то вообще по-другому. Вот реальный вкус. Какой-то даже сложно сказать, такое ощущение, что вот реально в какой-то деревне здесь находится. То есть я и так здесь в деревне нахожусь реальной. Вот, но как-то все по-другому, настолько все вкусно, сочно. Также и помидоры, и салаты, и масло это оливковое, и хлеб тот же домашний свой. Тут на днях принес один хлеб, очень вкусный, сейчас его нету. Тут не осталось, вот такой тонкий-тонкий. Как же он назывался, не помню, как называется. В общем, как будто такая тонкая лепешка, говорит. Типа это здесь по местности. Местный такой хлеб. Вот такие вот дела. Кроме этого, здесь еще, видите, вот эта пророщенная пшеница тоже. Но это, правда, я уже купил в этом магазине. Эко-магазины специальные. Вот они, штучки такие прорастают. Их очень полезно, говорят, добавлять в этот салат. Вообще в еду. Такие дела, что пока все, друзья. Находимся в итальянской деревушке. Вот. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. О, как здесь пахнет. Просто удивительно здесь цветами пахнет. Такая вот красота. Я даже не знаю, как я отсюда уезжать буду.